Ну, не вижу. Так, Алёша, вот взял мяч. Вот так и должен быть.
Все, пошли. Там.
Так, следующий. Что вы стоите? Горобейка, что ты стоишь? Бери еще крест. Да, вы сюда, вышли сюда. Приготовились. Прыгайте 2 минуты. Просто так? Готовы? Значит, давайте так. Вы должны спрыгнуть 150 раз. Сколько время? 2 минуты даю. Внимание. Пачеме. Пошли. Там возьми другую. Андрей, я попал в стенку, не можешь перебить в один круг.
тихо, но очень быстро.
Если мяч попал на линию, зацепил,
Итак, Миша Валерьевна, да? Играет игру 15 человек. У кого мячик? Не дам, у кого у кого мячик, ты подает? Еще раз показываю, как подавать. Прописка. Прописка. Смотрите, где центр. Поднимайте меня. Раз, два, как вы пускаете. Один раз. Один раз. Грабите сюда. Все. Yeah.
Тут ты что? Вот так я играл со своей сестрой. Она у меня мастер спорта по настольному теннису. Четвертый республик, Харьков, подряд. Есть сам. Я бы не так, я считаю. Кинь-тарец! Вонючий. Встань играть. Уперся. Да, мне повезло, попало в сердце туда. Но вот я так и рассчитал, в принципе. Потому что она лучше меня. Она мастер спорта. Нет, если бегом на мяч, это да. Одно очко, посмотрите внимание, мячик, теперь у меня есть только вещи, посмотрите, если вы первый, раньше как было, если вы делаете подачу, мяч касается сердца и переходит в противную сторону, то вы перебивали мяч. Сейчас нет такого права. Сейчас да. Подал мяч. Перешел на мою сторону, значит, гол подающий. Или же остался на поле подающего, тогда подающий проиграл. Поэтому разные тактики. Вот я уже, например, нашел, как начинать выигрывать, а для этого нужно всегда тренироваться. Идти раньше, всегда тренироваться. Я вам потом покажу, что я придумал. Я вот только сейчас придумал. Я много играл, а сейчас эту вещь придумал. Вот. Значит, сейчас, здесь. Одна пара. Играли на счет. Там вторая пара. Играет просто на удержание счета. На удержание счета. То есть играть можно больше. Понятно, да? Значит, здесь играют Алеша и Кулерик. Андрей. Вы готовы?
Thank you.
Стрельни последний, потому что мне нужно время. Часа. Скажи, как? Это дело, которое осталось. Полчаса. Полчаса.
У тебя мяч встал от центра куда? Что? Счет у нас третий, да? Третий, пожалуйста. 3-2. Еще раз. Если
Да, у тебя были победы, но у нас 5 человек.
играла с Горбинкой, выиграла. Играла с Лешей, выиграла. Играла с Мишей, выиграла. Остался финал. Андрей Валерьевич. Прошу. Участие, участие. Ну что ж?